Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забрали с тобой награду. Открываем колоду. 20 тысяч мутагена маловато для того, чтобы прокачать нам Макмана на следующий уровень. Так, забираем здесь награду. Так, сразиться, пройти серию испытаний. Ну что, погнали. Так, мы с тобой в прошлой серии. Что такое? Чувак, еще не получено ни одну... А, а я нажал собрать, да? Молодец. Еще, чувак, еще главное написано. Не собрано ни одного ящика, ты уже там что-то хочешь открывать. Молодец, Рэй. Как всегда в своем репертуаре. Ну что, друзья мои, давайте по-быренькому сейчас раскромсаем здесь их. Клан Футовец выпендривается. Ну, естественно, жестянки тоже. Как же без этого-то? Без выпендрежа. А ну-ка. Ракетами, наверное, добьем, я так думаю. А жестяночки-то не упали у нас. Вот в чем проблема. Ладно, двигаемся дальше. Ну и кто у нас тут? Бибоп, Рокстеди с гранатометой. Угостим их снарядом. Упс, не упали. Так, минус Бибоп, минус Маузер и минус Рокстеди. Все, ребят, разобрался с полтычка. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. И сейчас будем уже, наверное, прокачивать Макмана до... какой там? До 5-й ступени, насколько я помню. Следующий скилл. А нужно там... да дофига там, что там нужно, если честно. Сейчас посмотрим. Так, Макман. Вот он. Смотрим. Смотри, нам нужно 7 ножей для пиццы. И как всегда, да, как всегда, нет, один дали. Один дали, это получается 6, да, нужно еще 6. Подожди, блин, сколько нужно-то, я что-то запутался. Ага, еще 5. Еще 5 ножей. Так, 4, 3. Ну где там? Да ты что, а? 2, 1. И последний. Все, ножи найдены для пиццы. И нам нужно еще 14, твою налево, кружек. 14. Это только лишь одна, две. Ладно, мы уже, по-моему, задание выполнили. Так что давай забирать награды наши. Сюда. Так, забираем здесь. Поднять уровень персонажа. Так, Макман, у тебя хватит сейчас силенок прокачаться? Хватает. Так, 83-й левел он зарабатывает. Ну что, остатки роскоши. Ну что, ребята, завтра понедельник, поэтому давайте-ка посмотрим, где мы находимся. Нужно ли нам подтянуть пояса? Ну да, немножко нужно, потому что нас скинули чуть-чуть на 44-й ранг. Это, в принципе, как бы не проблема, но все-таки. Все-таки, ребят, я хочу... сидеть на месте и не ерзать, и не дергаться. А вдруг я завтра захочу поспать побольше или подольше. Ага, так поспишь, и бац, тебя и скинут. Хотя это маловероятно, но все-таки рисковать я не буду. Топовое место, пускай оно и остается топовым. Так, ну что, погнали. Хлоп. И валунчиком добивка. Замечательно. Эта серия, ребята, так, мы скажем, можно ее назвать «Подготовка к понедельнику». Можно ее так назвать, можно назвать ее «Доживем до понедельника». Ну и тому подобное. Как хочешь называй. Можно сказать «Проверка», «Ревизия». Ну что, 17-24, конечно же, не меньше, не больше. Так, Майки все-таки лезет, ладно, пускай сидит. Тут не обязательно брать с самого конца. Тут можно даже, ребят, по прямой пройти. Там всего лишь 3 поединка нам вроде бы как нужно сделать. Так что долго мы здесь не задержимся. Поехали. Шипы. И Боксер Стокман, по идее, всех добивает. Упс. Тихо, ребята. Тихо. Хорошо, что он Майки начал атаковать. А ведь мог бы не Майки, мог бы, например, вот этого Микеланджело, или же все-таки Ксевра Монтеса. И тут уже неизвестно, что было бы.
Уронить-то, конечно, вряд ли бы уронил. Но если бы он, например, бы свою суператаку сделал, то плачевно все было бы. 27 место. Так, я думаю, что, наверное, возьмем вот этот вот отряд. Значит, берем Шредера, берем Ваньку, берем Усаги. Ну и вот так вот. Шинигами 59 уровня, да, и кто там, Донателло? И Донателло, оригинал. Окей, я готов. Поехали. Так, ну что, крутит он мечами. На всех абсолютно повесилась постепенка, но это уже не важно, потому что Супер Шредер, конечно же, всех добивает. Ну и продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше и смотрим, какую позицию мы сейчас будем занимать. Думаю, где-то 17-е, 16-е, о как. Даже еще круче. А значит, получается, где-то 2 боя еще нужно нам выдержать. Ну, это, в принципе, для нас мелочи. Мелочи, так. Я надеюсь, Леонардо здесь первым. А, здесь будет ходить первым Зэк. Потом, скорее всего, Лео. А там уже я не знаю, кто будет. Так, Лео, ты главное... Офигеть, он сколько получил урона от... Зэк получил урона от Сплинтера. Донни, теперь... Какой там Донни, блин? Сейчас, по-моему, кого-то уложат. Давай, Донателло, жги. Малорик. А ведь Шредер мог бы что-нибудь пакость какую-нибудь замудрить. Например, клан фотовцев тех самых. И тут еще неизвестно, что бы действительно тоже было. Не думал, что у Зэк такой ватник. Так, ну что, ребята, еще один бой нам нужно сделать, поединок. Давай определимся, я, наверное, думаю, вот этих возьмем. Не хотелось бы мне, конечно, откаты тратить, но без этого нам, ну, никак. Без этого нам просто не справиться, без откатов. Поэтому Супер Шредер я взял, поехали. Хлоп. Да не все зараженные, ребята, у них всех постепенный урон. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Хлоп. И хлоп. Оп. Крис, ты хорош, что завязывай. Блин, не смог добить Рокула. Его постепенный урон уничтожил. Ну и все, ребят, первое место топовое. То есть проконтролировал я эту ситуацию, да, чтобы мы с тобой были в топчике. Так, теперь что? Теперь мы пойдем... Ага, в события. Мы же еще хотели здесь добрать жетоны. 30 жетонов сразу же, как с куста. Еще 30. Нормально идет. Так, Лео Космос. Раф Космос. Книга. Радарные маяки. Еще 30 жетонов. Осколки. Сколько там нам еще остается? Еще 4 попытки, да? Еще 30. Нейтрализатор. И 3 доллара. Вот почему так вот не выпадало, когда, ребята, эти персонажи мне нужны были, а? Почему? Практически все выпали. Ну, не считая Бакстера Стокмана. Так, теперь давай зайдем в магазин и посмотрим. Нам хватает? Нам хватает. Прям тютелька в тютельку. 530 на 530. Ребята, 84 ДНК, то есть еще 16 надо, и все будет у нас тип-топ. Эх, монет 1000, скоро будет 2000 монет, друзья мои, накопленных, представляешь? Ну все, вроде бы, на этом можно заканчивать, хотя подожди, у нас есть пицца, давай-ка мы на Макмана поищем тогда уж кружки эти. Пицца, конечно, там не очень много. Все, последняя попытка. Ничего нам не досталось. Ну, вот такая вот короткая серия сегодня получилась. Чисто проконтролировал все. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.